Сейчас на пароме будем ехать в Иорданию. Паромчик египетский такой. А бабушка, как красиво. Боже ж мой, правда красиво. Вот эти штучки прям такие все. Боже мой. Здесь вот такие ухты. Мои любимые тарелочки. And my eye, very, very beautiful. Yes, understand. Боже мой, какие штучки, дырочки, волшебные. Вообще супер. Это какой-то обогреватель. Да уж. Очень красиво все, правда, очень красиво. Очень красиво все. Да, мне тут правда классно, все красиво, ручная работа, четко. Правда, я сейчас пойду на террасу. Посмотрю, какой с террасы красивый вид. Ну и вам покажу тоже. Вот фотографируется. Вот какой вид с террасы, видели? Вот такой. Ой, боже, народ куда-то попал. Зачем там тетя вот тащит, залазит? Ну, не надо. Так что мы идем в Петру. Маленькое кино. Потом сделаем большое кино. Вот так, видите, лошади скачут. Круто, красиво. Вау, мне нравится. Почему? Смотрим вокруг и знаем почему. Песчаник. Песчаник везде. Песчаник это мягкий камень. И так его трудно обрабатывать. Пожалуйста, не все. Так, где мы остановимся? Этот маленький мостик, и там была дамба, резервуар вот где-то. Мостики, резервуары, стены в городе, вокруг города были уничтожены. Государство Иордания начало восстановить это все снова только в 1964 году. Почему?
Тогда школьницы приехали с Ливана. Французская школа. Помните, я вам сказал, что на северном части Иордании у нас бывает 550 миллиметров земный климат, очень много осадков, а здесь 150-200. Смотрим обратно на рыбу, увидим, что рыба превращается в какое-то другое животное. Чего они туда полезли все? Непонятно. Ну что, вот она. Не помещается. Ладно. Сниму еще обратно. Людей море. Вот этот по 3 доллара вообще мне нравится. Шарм-эль-Шейх. Город Шарм-эль-Шейх. Еще туда можно посмотреть, там красиво. Видите, как красиво. Вот тут красиво. Это мой номер. Мой купальник лежит, да? Можно зайти, посмотреть, так у меня номер. Вот такой. Да, сейчас тут темно немножко. Ну, в принципе, ага, вот я. Вот я, смотрите, я пошу. Ой. Так что все, приезжайте. Немножко экскурсии по отелю. Очень красивый отель. Очень красивый отель. Смотрите, какой красивый отель. Видите, это вестибюль. Это я. Это ресепшн. Такой красивый. Мы сейчас тоже снимемся на ресепшн.